Вот на этом пришли. На трошке. Поплавки, это мотню. На мотню я поплавки сделал. Не знаю, надо или не надо было. Потому что внизу там все у нас цепляется. Ее не потащить. А вы веревки-то не взяли? Нет. Не взяли, да? Едем в машине. Они в машине. В машине они, в машине. Можно было бы хоть по берегу маленько тащить. Нормально, нормально. Нормально. А где они веревки-то? В машине. Да нормально, здесь идет пока хорошо. Вы опять загнули ее сильно. Сергей, тяни туда дальше. Вы до половину не захватываете. Ну вот на отрожке первый раз вытащили. Маленько неполный гальянов ведерко. И немного неполная карасики. То мелизга точно такая же. Пока выбирайте эту мелизгу. И поехали на шлюз забросим. Все, вооружились как надо. А там у нас бульдозер работает сегодня. Плотину поднимать вначале. Поднимем, здесь тогда будет много рыбы. Пробная прошла. У тебя и корюшка. Вчера приехали, тут привезли. Сопровождающие были у платформы бульдозера. Я им вынес мелконький-мелконький гальяшек. Им сразу понравилось. И бульдозеристу, говорит, давали, да? Да. Ну вот, тут на берег неудобно. Трава большая. Но все равно... Ну, полтора-то ведра, это определенно. Будем считать так. Полтора ведра. По 13,7. Ну, 20 с лишним килограмм. Так, Володь. Все. Надо брить.